Уважаемый господин президент, только что вся страна отметила День защитника Отечества. А на территории братской Украины теперь это считается днем захвата Крыма. И Порошенко заявляет, что сделает все возможное для того, чтобы вернуть Крым. Какова стадия сейчас российско-украинских отношений? Проснемся ли мы один день, узнав, что началась война? Ну, я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Что касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи реваншистского характера. И дело не в возврате каких-то территорий куда-то. Дело в том, что сегодняшнее, на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, но все-таки руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего должно вернуть страну к нормальной жизни, наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе, скажем. Если реализовывать Минские соглашения, уверен, так и будет сделано. Но что касается Крыма, вот помните, год назад как раз, когда я выступал перед депутатами Федерального собрания по этому поводу, я тогда говорил, что Крым, он как был, так и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, и греческим, там же и греки живут, и немецким. Он будет домом для всех этих народов. Что касается государственной принадлежности, то люди, проживающие в Крыму, сделали свой выбор. К нему надо относиться с уважением. И по-другому Россия к этому относиться не может. И надеюсь, что и наши партнеры, и в ближнем, и дальнем зарубежье будут к этому относиться в конечном итоге также, поскольку высшим критерием истины в данном случае может быть только мнение самого народа. Произошел разрыв во мнении американской части истеблишмента, европейской. Американская говорит, что Россия прямую вторглась в Дебальцево, что необходимо вводить дополнительные меры воздействия на Россию. И Керри обвинил даже европейских партнеров в том, что их позиции малодушные. Европа пока не поддержит. В этом же базовый разрыв. Ну, я, честно говоря, даже и не слышал таких оценок, но повиднее. Мы говорим, что гражданская война. Украина говорит, нет, это прямое вторжение России. Почему мир не видит правду? Не хочет. Ну, во-первых, мир сложен и многообразен. И кто-то видит, а кто-то не хочет и замалчивает. Монополия на мировые средства массовой информации дает возможность нашим оппонентам вести себя так, как они ведут. Ну, потом, наверное, несколько неаккуратное мое замечание в ходе поездки в визит в Венгрию имело какое-то действие. Когда я сказал, что обидно проигрывать вчерашним шахтерам и трактористам, неприятно проигрывать и России, но как-то менее унизительно. Вместе с тем, мы же знаем высказывания должностных лиц, высших должностных лиц Украины, в том числе высших должностных лиц украинской армии, о том, что, как выразился начальник генерального штаба, когда он сказал, что мы не воюем против российской армии. Ну, чего еще нужно? Но вообще это все чрезвычайно плохо, и попытки оправдать поражение, и попытки свалить это на Россию. Но самое плохое – это вот раздувание конфликта между Украиной и Россией, или попытки раздувать этот конфликт. Если, еще раз повторяю, уже сказал, еще раз скажу, если Минские соглашения будут исполняться, я уверен, что постепенно ситуация будет нормализовываться. А в исполнении Минских соглашений, полагаю, Европа заинтересована не меньше, чем Россия. И никому не нужен на периферии Европы конфликт, тем более вооруженный. Удалось ли обратить внимание наших европейских коллег на нацистскую идеологию, которая стала торжествовать в Киеве? Появилась ли тревога? Они стараются этого не замечать, но вот что я бы отметил, это их, как мне показалось, искреннее желание найти такие компромиссные решения, которые привели бы к окончательному урегулированию. Ведь
если вы обратили внимание на Минский протокол, там говорится о децентрализации власти, а потом есть сноска, что под этим подразумевается. Так авторы этой сноски – наши немецкие и французские партнеры. И это говорит о их искреннем желании найти те компромиссы, о которых я только что сказал. Минская договоренность позволила вернуть ту степень доверительности, которая у вас была раньше в отношениях с руководителями Франции и Германии? Вы знаете, абсолютной доверительности, я не знаю, не в каждой семье, наверное, можно еще найти, а на международном уровне еще сложнее. Но мне представляется, что мы друг друга понимаем и в целом друг другу доверяем. Хотя, конечно, какой-то элемент недоверия сохраняется. Но у меня все-таки сложилось представление о том, что все-таки нам партнеры скорее доверяют, чем нет. И во всяком случае верят в нашу искренность. Существует ли у вас сейчас рабочий контакт с президентом Украины? И есть ли у вас доверие к тому, что то, что вам говорит господин Порошенко, он собирается исполнять? У нас контакт сохраняется. Я иногда просто несколько удивляюсь публичным заявлениям руководства Украины. Ну, например, о том, что сотрудники нашей администрации принимали участие в трагических событиях на Майдане год назад. Ну, это абсолютно полная ерунда, настолько далекая от действительности, что даже удивляешься, откуда это берется. Иногда я потом слышу, что такие заявления основаны на неточных данных специальных служб. Так мне иногда говорят. Ну, я бы попросил быть повнимательнее, быть более внимательными при использовании тех сведений, которые ложатся на стол моим украинским коллегам. В случае эскалации вооруженных действий со стороны Украины и национальных батальонов, возможно ли создание Минска-3, проведение Минска-3, или проведение России экстренных дипломатических мер вплоть до признания ДНР и ЛНР? Ну, пока в этом нет необходимости, в каких-то экстренных мерах, потому что эти минские договоренности, они остались не только документом, который выработан четырьмя участниками этого минского процесса, имея в виду Украину, Россию, Францию и Германию. Они же закреплены в резолюции Организации Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций и приобрели форму международного правового акта, поддержанного фактически всем международным сообществом. Это уже совсем другая история, как говорится. И я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться. А если это будет исполняться, то это верный путь к нормализации ситуации в этом регионе страны. Украины. Благодарю вас, господин президент. Спасибо вам.